Всем привет! Сегодня расскажу и покажу, как разбирается личинка от ружья Franchi Affinity Benelli M1 и Benelli M2. Личинки у всех трех перечисленных полностью одинаковые. Кстати, и стволы тоже одинаковые, отличается у них только крепление. Значит, что мы делаем? Пальцем придерживаем вот это место, чтобы боёк не вылетел, он на пружине. И вытаскиваем вот этот фиксирующий шпынёк. Можно руками, можно помочь отверткой. Так-то он легко должен вытаскиваться. Ну вот он. Боёк у нас вылетает. Если вы не придержите его рукой, вылетит он как следует. Всё. Дальше извлекаем вот этот барабанчик. Кстати, заметьте, насечка должна быть либо влево, либо вправо. Потому что вот, через нее проходит именно этот боек. Так. Все, пружины. Вот вся личинка. Таким же способом и собираем. Так. Ставили. Боёк на место. И фиксируем. Все, щелчок был. И вот это место, не знаю, видно, нет. Резиночка торчит. Мне не нравится. Я ее вот так вот заправляю. Все должно быть идеально, да? Ну вот. Надеюсь, кому-то помог. Сам я найти информации не мог, как она разбирается. Всего доброго. До новых встреч.